Решила прогуляться от сада и августа. Полянки, цветочки растут. Васильки, клевер, пижмочка. Какие букетики. Вот, смотрите, как летают, летают эти бабочки. Ой, и не хотят улетать, летают. И пчелки здесь, в общем, это медонос. Вот они так. Летать, летать, летать. Так, вот здесь затесался немножко тысячелистник. Очень полезная травка. Тысячелистник. Вот нравятся васильки этим бабочкам. Этой моли коричневой. Немножко веселых красок в конце лета. Посмотрите. Если собрать эти цветочки и поставить вазочку в комнате, будет так пахнуть, и они и без воды поставить, они будут стоять вот так и долго-долго пахнуть. И так это будет приятно. Они лечебные. Пижма лечебная. Она от паразитов избавляет. Как они летают. Никогда не видала столько бабочек вот этих вот коричневых. Никогда не видала, чтобы так они летали над растениями. Очень много. С чего бы это, непонятно. Вон целая полянка этой пижмы. Собирай, не хочу. Вот поставить такой букетик. Он будет стоять долго-долго. И даже зимой будет стоять. Можно вот так вот брать одно соцветие в чай. Хуже не будет для профилактики. Вот. Несобранные стоят, ждут своей очереди. Так. Сейчас летает. Это прямо стаи, стаи. Ну как это можно? Что-то это неспроста. Меняется, видно, климат, меняются климатические условия, и вот какие-то новые виды появляются. Их так много становится. И вот я заметила уже вот в прошлом году, позапрошлом, вот такие вот покрываются гусеницами вот эти деревья, ну, покрываются. Они их лопают, листья, и прямо стоит вот эта посадка и аж хрустит. Звук такой от того, что ее едят листики. И они становятся такие. Ой, мне в ухо залетела прям бабочка. Это прям какое-то нашествие, можно сказать. Настоящее нашествие. Я, конечно, вчера видала, но не в таком количестве. Может быть, они размножаются в геометрической пропорции, я не знаю. Но что-то мне вот это подозрительно. Вот они. Ужас, ужас. Вот это какая-то другая, которая складывает крылышки вот так вот вместе. А эти не складывают, как моли. Ну, в общем, меняется климат, меняется флора и фауна. Ну, флора еще вроде не так сильно меняется, но фауна прямо очевидно. Очевидно. Что будет дальше, посмотрим,
чтобы не было этой саранчи, которая все грызет. Вот они. Видите? Бабочки летают, бабочки. Может быть, один вид вытесняет другой. Может быть, конкуренция такая существует. Других бабочек не вижу. Голубенькие хотя бы для разнообразия вот таких увидел. Нет? Нет? Ну вот. Хороший день. Солнечный, светлый. Ну, с утра немножко там покапало, но это ж хорошо. Вот такой денек. Всем хорошего дня, приятных впечатлений.